Постоянные перепады температуры сделали самарские тротуары похожими на конькобежные трассы. Днем оттепель, ночью небольшой мороз. Как результат, улицы периодически покрываются ледяной коркой. На еженедельном совещании в городской мэрии руководитель административно-технической инспекции докладывает. Несмотря на аномально теплую зиму и редкие снегопады, с уборкой управляющие компании справляются не всегда. Задействуют далеко не всю технику и дворников. При проведении мониторинга выявлено, что работа большинство их начинает не ранее 7 часов утра, при том, что в 10 утра они уже покидают закрепленные территории при оставшемся крайне низком качестве уборки. Ситуация с очисткой кровель в городе также на контроле мэрии. После проверки выяснилось, из почти 400 бригад работают не больше 20%. Елена Лапушкина поручила районным администрациям усилить работу по уборке. Убедительная просьба свою работу активизировать и все-таки выстроить контроль на территории. Особое внимание хочу обратить ваше внимание еще раз на социальные объекты, на больницы, на школы, на детские сады. Там в первую очередь отрабатывать. Также глава города поручил оперативно реагировать на жалобы жителей, которые поступают к городским властям через социальные сети. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Самаре пойдет снег. Встретить его коммунальные службы должны во всеоружии. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.